Институт информационных технологий, математики и механики создан в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского. Такое решение принял ученый совет вуза. Это четвертый институт в структуре ННГУ. Его создание позволит студентам и преподавателям проводить исследования и работать на современном оборудовании в рамках одного направления. Впервые, может быть, у нас в стране в рамках единого института собраны такие направления работ, междисциплинарные. Это усилит наши возможности конкурентные, как в проведении научных исследований, мы все вместе, но в конечном итоге это должно повысить качество подготовки наших специалистов. Кстати, по количеству бюджетных мест новый институт станет лидером в структуре университета. Их будет более 500. Это примерно 300 бюджетных мест бакалавриата и более 150 мест для магистратуры. Конечно, это увеличит возможности для поступления в институт. На расширение образовательных программ потребуется 2 года.